выходит сейчас со скамейки штрафников и сразу же жестко встретил Патрика Херсла. Шайба у Калинина. Следует пас за ворота. Паршин возвращает Калинину. Перевод на Широкова. Шикарная комбинация авангарда и 1-0 в пользу мячей. Вот такой перехват Калинина, который только-только выскочил со скамейки штрафников. Паршин протащил шайбу в зону. Калинин эту атаку поддержал на пару с Широковым. И дальше посмотрите, как Паршин выбирается из угла. Мягкая передача на Калинина. Перевод. И здесь в статичном положении два защитника Сибири. А Широков слишком далеко, чтобы им помешать.